Ну ты сравнил, конечно же. Нет, чувак, к сожалению, стримы в большинстве своем именно про то, как ты сидишь и аутируешь, а всякое говно. Если тебе это интересно, то ладно, тебе это интересно. А так, конечно, блин, танковый биатлон. Говно вопрос. Такс. Пошел поток? Я не понял. Алло. Алло. Да, вроде пошел. Вроде пошел. Давайте пикай петелок. Конечно же, уже все, кому не лень, это отпикапили, но черт бы вас побрал. Черт бы вас побрал, если я тоже не... Не приложу руку к такому благодатной теме. Hey mate, Richard LaRuino, your Привет. Friendly neighborhood seduction guru here. Richard LaRuino, ваш кореш. I'm so excited to be getting it into your hands. We had a fantastic time creating it, and I hope. В общем, мне очень нравилось ее создавать. Я думаю, вам понравится в ней играть. Really interesting, I hope, and psychologically challenging because we need real dating principles coming up in the game. So go ahead, jump in there, and finally, thank you so much for buying it. Спасибо, что купили эту игру. Да, мужик, 227 рублей. Да ты шутишь? Я сникерсов больше покупаю на большую сумму. Так, давайте. Где почему субтитров нету? Поехали. Confirm. Ах, и все наши морды сразу видно. Ох, посмотри на эту доярочку. Поехали. Story мод. Advice book, ну-ка. Девка на улице, не-не-не, экстрас. Надеюсь, в экстрас будет гаремный финал. Да, действительно, очень дешево. Да нам вообще повезло. В этом отношении у нас просто какая-то благодать. Ладно, пойдем в story мод. Девка на улице, поехали. Вы проходите всегда самые... Да, я буду выбирать то, что говорит мне сердце. Может, я напишу этот, если он не спит. Пошли баб пикапить. Правда, он забанен, но пусть хотя бы посмотрит. Вы идете на улице, и девчонка попадается вам вашему глазу. Вы должны. Сможете вы ее остановить и завести с ней диалог? И заставить ее увидеться с вами снова. Я очень надеюсь, что там будет вариант, типа, просто пойти домой. Зачем ты это делаешь? Иди домой, мужик. Че ты тут забыл? Кого ты обманываешь? Поехали. Минск, ребята, это Минск, детка. Знакомые знаки, да? И мы увидели красивую тёлочку. Воу. Итак, короче, у нас... Какие наши варианты? Пойти рядом с ней? What up, girl? Надо выполнить Ну, это самое классическое. Тут уже все... Мы уже все знаем, что тут надо делать. Единственное, что... Было у Муна, я видел, то есть вот это все мы видели. Типа, давайте пойдем с ней, рядом с ней. Просто. Hey. О, привет! Просто мне бы понравилось, ты очень симпатичная. Извините, я занят. А ты куда идешь?
Так, один правило первое, типа, не надо идти рядом с бабой, типа, да это похоже, что ты сталкер, короче, а бабы начнут от этого бежать. Плохой выбор. Не. Так, ну давайте... Ну это классик, это классик. Хотя я не помню, что он там говорил. Да, все-таки нам нужны советы послушать от гуру. Ладно, ладно. Вот это я слышал, работает. Это что ты такой наглый весь, скамец. Крошка, ну-ка, может секундочку, ты куда двигаешь булками-то? Нет. Вернись. Что не так? Неправильно? Тебе надо остановить ее, чтобы она стояла. Either stop her and talk to her. If she keeps walking, let her go. Во, согласен. Да, правильный вариант это... Так, approach slightly in front and to the side. Вот, немножечко, слегка перед ней там и в стороне. Ну-ка, что не так-то будет? Excuse тогда? Me, извините, можно хочу кое-что спросить? Типа, я занята. Чё не... Мы просрались, потому что для нее было слишком просто, чтобы избежать, типа. Ты должен закрыть ей проход, закрой своими широкими руками, не позволь ей пройти дальше. Ладно, идем к ней сразу. Да, и сразу тёлки у нас. Вот это верный мужик. Просто пришёл к ней прямо, не даёшь ей пройти, типа, ну даёшь ей, типа, некоторое пространство между вами, типа, чтобы ей было комфортно остановиться. Так, у вас есть минуточка? Я думаю, что вы очень красивые. Я бы на вас, типа, сразу бы сейчас тут прям напрыгнул прямо здесь же. Это наш вариант. Что не так? Я вижу, что ты хочешь, я бы сейчас бы сразу вам пердолил. Пошел ты, говнюк. Чё? Что не так? Не будьте сексуальным объектом, типа, пока она не откроется. Особенно днем, типа, она же вызовет полицию, и вашей жопе придет конец. Ладно, вот это хороший совет, да, значит, по ночам надо, Так. А разве мы не знакомы из йога-классов? Это же просто пиздёж, мужик. Но... Бабы любят пиздёж. Мы разве не учились в одной школе? Давайте попробуем. Хотя... Так, ну давайте, у вас есть минутка? Я хочу с вами познакомиться, у вас есть минутка? Нет, извините. Но, нет, почему нет-то? Почему нет, реально? А почему вы это спросили? А вы спрашиваете, типа, и даете ей возможность сказать нет, поэтому она сваливает, она и пользуется, и валит. Подожди, что она говорит? Нет, зачем я спросил насчет этой минутки? Да, я понял, к чему он ведет. Why did you ask that? Gives her the opportunity to say no. Say no, да. Do you have time? Do you want to talk to me? More than likely, if it's in the beginning of the interaction, she's gonna say no. Да, я согласен. Ты даешь ей, как бы, ты сам ей даешь этот мостик, чтобы свинтить. Поэтому ты должен ей сразу же расстегнуть ширинку и давай размахивать хозяйством. Correct me if I'm wrong, but didn't. Скажи мне, типа, ну разве мы не учились в одном колледже там? Да? Я что-то не узнаю тебя. What was it? Drama class. I did take drama. I don't remember you. Я не помню тебя. Типа, она реально училась. Это нам повезло еще, что мы угадали, что она была в театральном кружке. Not for me, but it's cool we had both took drama. Клево, что мы вместе ходим. This is okay. Это нормально, но, типа... В общем, йога-класс, колледж, неплохо, но... Чё, какие вы планы на сегодня? Хочу в парк прогуляться, покормить белочек.
А чё, уток не хочешь кормить? Нет, нет, только этот, типа, со своими друзьями. И чем ты будешь их кормить? Хот-догами? Нет, алмондсом. Алмондсами? Да, понятно. Они милахи, да, миленькие. Знаешь, я даже об этом никогда не думал, типа, да, ты должен попытаться как-нибудь. А ты что будешь делать сегодня? Да ладно, она бы меня не спросила никогда, полный пиздеж. Она бы не начала мне сразу рассказывать истории о жизни, да, ну бред какой-то. Она бы... И так, да, я иду кормить, хотя, хер их знает, может она посмотрела на мою бороду, на мою... Не знаю, я не верю. Это хороший ответ, но мы знаем, к чему он приведет. Ты такая красивая, дай-ка я тебя поцелую. Э, чё нет-то? Я ж не пытаюсь тебя в пердак пропихнуть, алё. Это по определению стрёмного, типа, это вас посадит за это. И другие проблемы, так что не делайте это. Хочешь накатить на неё, типа... Типа, делай это в правильный момент. Спрашивать ее, типа, чтобы она начала больше пиздеть. Давай, короче, пусть она сама рассказывает о своей жизни. Ты тут живешь, типа? Да. Это на миленько. Много времени ты проводишь? Да. Там был кофе, ты там была? Так, у меня друг, я должен пройти. А как тебя зовут? Как его зовут, типа... В общем, это не получится. Вначале бабы не очень любят говорить, поэтому ты должен сам пиздеть больше всех. Хорошо, я буду больше пиздеть. Хочу тоже встретить друганов, типа... Ты такая дружелюбная, подумал, типа... В общем, в начальных этапах ты должен побольше части говорить. Она почувствует себя расслабленной и начнет уже, ты посчитай, ты уже наполовину пути в ее трусики, братан. Так что давай, ты все правильно поступил. И начинаешь пиздеть и пиздеть о всякой херне, о домобудках, о велосипедах. А любишь велосипеды? Да, я англичанин, как же я не люблю велосипеды, у нас там одни велосипеды. Да, у вас клевые лесопеды. Да, что там дальше у нас? Так, заход, ставишь какие у нее милые серьги, чтобы начать ее лапать. Во-первых, в Минске тебе, по-моему, сразу бы по щам она зарядила, потому что она подумала, что ты пытаешься стырить у нее эти серьги. Начать трогать себя, чтобы она возжелала. Отличный вариант, как я до этого не додумался сразу. Я люблю орешки, знаешь. О, черт, что? Что? Ах ты сраный извращенец, типа, ты же сказал, ты любишь орехи. Тебе нравится трахать, это хорошо, типа, но делай это, пожалуйста, у себя дома. Пы-пы, да что не так-то, как все сложно. Спросить, чем она занимается, типа, чем она зарабатывает на жизнь, потому что она выглядит довольно аж артистично. Спросить, серьезно? Насчет моей прически спросить ее, да, базара ноль. Сейчас спросим. Это хороший. Найти предлог, чтобы снять футболку и показать свои мускулы. Поехали. У меня их нету. Я хочу показать себе свою татушку. Не-не-не-не, ну одевайся.
Girls just aren't as sexual as guys, so девки не такие сексуализированные, как парни, так что они сначала холодны. Она надо разжечь ее печь. Понял, мужик. Я понял. Сначала разжигаем ее печь, а потом залазим в эту печь. Как бы это глупо не звучало, черт возьми, я почувствовал себя евреем. Но вы понимаете, женский жар, вот это вот все. Я про в эту печь, где пекутся наши дети. Вот о чем. А не печи, которые я хотел бы запустить по всей стране. Давайте спросим насчет волос. В принципе, это неплохой вопрос. Я считаю, что очень даже ничего так. Поехали. Yeah, speaking of squirrels. Это говоря о белках, типа, можешь мне кое-что помочь? Типа, я хочу подстричься. Что мне подойдет? Ты короткие длинные раны? Типа, да мне нормальные длинные. Типа, да, серьезно? Пытался их там в хвостик свернуть. Да, может попробовать. Так что думаешь, это будет по-мужски? Мне это нравится. Ладно, хороший совет. Ну, не самый лучший вариант, но тем не менее. Мне кажется, что бабы просто сидят как бы для вида, показывая мне, что если ты выбираешь правильные варианты, то уже ты близок. Так, ты одна? Посмотреть под юбку? А это как можно провернуть? Ну-ка, мужик, посоветуй. Well, hey, you've got something on your foot there. Let me just get it. Hey, what the fuck? Какого хера? Эх. True gentleman. Настоящий джентльмен. Ладно. Спросить ее имя и сказать, что тебя зовут так же. Это отличный вариант, чувак. Это просто шикарный вариант. Я слышал, что работает в 100 случаях из 100. What's your name? Как тебя Alexa? Зовут? No, Алекса? No, да ты шутишь? Меня тоже зовут? Я тоже Алекса. О, привет, рад познакомиться. Это ж безумие, это безумие. Да нет, шучу, меня зовут мужик какой-то, Бродвелл. This is a funny take on it. So of course. Что это сработает, что ли? In this case, you know, you followed up the very common, boring question with a little bit of a joke. Да, ты там типа самый скучный вопрос типа превращаешь непростую шуточку, и это весело, это она рассмеется, и значит ты уже ты на правильном пути, мужик, ты все делаешь верно. Чем занимаешься вообще в свободное время? Работаю. Я люблю гулять. Стараюсь часто гулять, чем больше, типа, катаюсь на велосипеде, да, просто катаюсь на улице. Да ты активная девчонка, смотрю. Well, every now and then, but in general, no, more active than down. I'm kind of semi-active. Да, я тоже полуактивный, знаешь, занимаюсь всякими вещами. You know, someone else plans everything, and they like come to this, and I always say yes. Okay. Given the choice, I often just chill at home. I like chilling. Люблю и дома, типа, поотвисать. Послушай, мне надо друзей увидеть. Нет, это хреновый вариант. I love how casual you look. I hate girls that always try to look their best. So here... Продать ей какое-то хобби свое? Может быть, получишь мой... Может... Телефончик, поменяемся. Ну, типа, вот это прикольная история, да? Так покажу, что я настоящий самец, у меня куча дел. В общем, дела не ждут, но не уверен, что это, не знаю. Давайте скажем, что мне нравится ее обычный, такой среднестатистический, скучный вид серой мышки. Не люблю девок, которые одеваются, типа... По максимуму. Это вроде нормальный комплимент. Давай иди веселись с друзьями, а я пошла.
Да я же думал, что это нормальный комплимент. Вот, вот, типа, ты такая скромная, убогая. В общем, это неприятно слышать. Типа, я думаю, что девушки любят, когда их называют красивыми и прочее, и прочее. А ты говоришь, что это говно, типа. Even in those cases, it's usually better to tease her playfully than to say something straight rude. Ну, в общем, лучше там, как-то с ней заиграть, как-то заинтересовать ее. Спасибо, братан, буду знать. Спасибо. Ну, в жизни мне, конечно, не пригодится, кого я обманываю, понятное дело. Ну, давайте сразу телефончик-то стрельнем. Listen, what do you say? Can I have your phone number? Oh, you know, no, I don't think so. Не, извини. А чё так? Ты хороший и так, но мне надо пойти в парк. Ладно, увидимся. Да что не так-то в этот раз? Сколько прошло времени? Типа, не, слишком быстро, чувак. Впаривать. Давайте тогда самца сыграем. Что я сделал не так? Послушай, я говорю, у меня друзья там ждут. Может, там, давай, вот мой телефончик, давай держаться. Sure. Да, конечно, встретимся обязательно. И что, нормально? Well done, you got a fake number. Ты получил фейк номер. Постоянно такое происходит, сука. Постоянно такое говно происходило. Помню. Ну, не со мной, конечно. Мой друг. Вот он знакомился с одной, а я ему говорю, ты дурак, типа, ты хоть проверил телефон-то? Ну, типа, набери его. Конечно же, он был фейковый. Конечно, ты получил фейк. Лох. Ты лох. Давайте втравливать ее в свои хобби. Ты пыталась карабкаться, ну, знаешь, на стены? Хотела, но никогда не пробовала. Знаешь, там есть вещи, которые мы проводим, я хожу туда, типа. Очень весело, хорошие занятия. Тебе надо попробовать. Хорошо, попробую. В общем, когда ты говоришь с девчонкой, ты должен показать, что ты что-то страстный. На самом деле он дело рассказывает. Типа, ты должен показать, что ты заинтересовал ее, что ты богатая личность. В общем, это правильный подход. Так что, значит, кататься любишь и карабкаться? Да, особо на баб люблю карабкаться, по правде говоря. Like tennis? Да, теннис люблю тоже. It's the English thing. Ну, знаешь, это английская штука. Ну, не все ли англичане любят, знаешь, типа... It's like when you're usually inside, and you've got a wall, like, in front to the sides and in the back, and you can hit the ball, like, anywhere. And I think it's the best exercise. You're constantly running and... Yeah. Да, классно, играю в теннис, весело. Играю... The ball is only, like, that big, so even if it hits you, it's not too bad. Okay. You can smash each other with the rackets, but... Rarely happens. You should try it. I might sometime. Да, обязательно попробую. You said you work in IT? А что она говорит? Я забыл, а что она спросила? Я прослушал. Ну, как говорится, братан. Просто трогаю за задницу. Вариант с жопой всегда, типа, я заработаю на IT, типа. Look at that. What do you think? It's nice. Good, yeah? Что, как тебе моя задница? Давай, давай. No. Давай, трогай меня за жопу. Really, it's okay. No. Look, I can touch you. You can oh touch my God, me. No, you can't. No. Подожди, я могу, давай тебя щипну. Блин. This was going okay until you tried to touch her. В общем, все было нормально, пока ты не начал лапать ее, пытался это, типа... And you can't really get anywhere by rushing. Нельзя слишком быстро карабкаться на бабу. Ну что за дерьмо? Я программист. Видимо, она спрашивает, чем я занимаюсь по жизни. Скажи, что я программист. Это очень скучная работа. Сижу неделями за... Я стример. Сижу на жопе, денег не получаю. Вообще никакого выхлопа. Поехали. Знаешь, работаю стримером. Так, уныленько, все скучно, ничего интересного, жизнь говно.
Так что, я думаю, тебе бы лучше со мной не общаться, потому что... Что, серьезно, сработало? Если я, типа, ты держишь нормальный тон, то, может быть, и получится. Но это не лучший ответ. Ты всегда знакомишься с девками на улице? Да, да, всегда так и делаю, только этим занимаюсь. Такой еще, так еще стрельнул, такой, типа, да, обычное дело, пикапы всяких шмар, типа, сейчас лето, кукан, дымится, делать нечего. А теперь в лето девки разделись, так что я такой, типа, а, может сейчас перепадет? Опять не лучший ответ. Блин, я... А можно когда отмотать назад? Я бы очень хотел на предыдущий уйти. Так, это повторно, это не нужно. Послушай, а вот это, кстати, правда. У меня, кстати, есть квартирка. Давайте попробуем. Вот это вариант хороший. Знаешь, я живу тут недалеко. I think no one's home now. Я один, да, в мой домик. Не хочешь потусоваться у меня? У меня есть напиточки. Нет. Я с друзьями. Можешь их привезти сюда? Не, все нормально, братан, прости, типа. Now, although girls will come back to your house. Конечно, бабы вернутся к тебе домой, типа. It's not something you should try until you're very good with them. В общем, тебе не надо постараться, пока ты типа не совсем хорошо знаком с бабами. То есть сначала надо ее войти в доверие, а потом уже накуканить. Вот это главная цель. Я понял, братан, извини. Постоянно забываю простые вещи. Ну, то есть, я все думаю, что уже можно, а тут надо всегда ждать, а всегда эта терпешка просто невероятная. Я бы уже гораздо больше заработал. Смотри, мы где-то на это все потратили час. Час работы даже в сраном магазине это 1000 рублей, это почти самая дешевая шлюха. Да даже самая дешевая можно. Господи, хотя мы блоуджоб, и никаких бы проблем не было. А если посчитать, там, пока ты наряжался, пока ты там готовился, пока ты все это занимаешься, когда ты доберешься до ее труселей? Никогда, мужик, еще долго себе сидеть и пипирку дрочить. Ну что это такое? Берешь деньги, зарабатываешь, покупаешь. И ты такую же себе найдешь, я реально видел таких. И они не самые дорогие, там, от 5000 в час. Это же просто смешно. Не знаю, чувак, не знаю. Ну я не пробовал. Я ничего не могу говорить. Я не пробовал. Послушай, у меня есть парочку минут, может возьмем кофе? Давайте попробуем кофе. Не пью. О, я бы хотела, но мне надо идти. Меня друзья ждут. Вот, может, телефон? А, она сама предложила мне телефонами обменяться? Да, ну... А, ну у меня золотые-то часы, ты посмотри на меня, у меня часы золотые. Все хорошо поступил, типа, хорошие результаты. Ну, не самые лучшие, конечно, но в целом, типа, нормально. Ты увидишь эту девчонку, ты получил ее телефон, хорошая работа. Хорошая работа, мужик. Average Joe, самый простой. When you stop a girl on the street, you need to be directly in front of her and also leave enough space so that she can slow down and comfortably. В общем, нужно. This is okay. You can say things like, you know, you're from my yoga class. Ну я понял, мужик. Я хочу, я потом зарестарчу. Я, конечно, потом зарестарчу. Ну знаете, на стриме всегда левел-то похуже, всегда скилл как-то меньше показываешь. Вот я без стрима бы, она бы уже мне вертелась вовсю там это. 360 градусов на моем. Итак, второй раунд, ребята, второй раунд. Ё-моё. Конечно... О,
Блин, мне даже не дали насладиться таковой, я пикаплю, алё. Итак, как я растоплю лёд? Ну, мы знаем, что это эпичная, конечно же, история из того ролика. Спросите их, что тебе нравится в девочке, и ответ будет ваш член. Но это классика тоже, это еще и в песне Bloodhound Gang пелось, типа, you... типа, ты знаешь, что я хочу найти в бабе? Себе. Спросите ее, чтобы они выбрали подарок для твоего друга. Сказать, что она... Я знаю ее из школы. Это неплохой. Вот это неплохой вариант. Типа, спросите меня, типа, говорят ли они обо мне. Типа, если они скажут нет, скажи, типа, а почему нет? Отличный вариант. Мне нравится он, типа... We can just change. Please. Yeah, let's wait maybe 5 minutes and yeah, we'll have a drink. Okay. Yeah. Hey girls. Эй, девки, вы обо мне говорите? No. Нет. Well, why not? А почему нет? А еще мы должны. Ну я же отличная тема для разговора. Ты так считаешь, типа? That's number one, and then number two would be about guys, and number three about shopping. Ну я сам, у меня есть другой, типа обо мне, второй, типа о других парнях, типа, а потом о шопинге. Yeah, I combine all three. And I go shopping. So you can just talk about okay. me the whole time. We'll be fine. Че это? That's correct. Nice. Все line. Правильно? Cool, funny line, you know. Отличный опенер. Девки очень засмеятся. Начнут смеяться, типа, это гораздо лучше, чем скучное отношение. Очень хороший опенер, но я знаю такое слово. Я читал книги по прикапу. Вы давно знакомы друг с другом? Да, из школы? Из университета, колледжа. Не-не-не. Okay. And so you were in the same class or something, yeah? Вы в одной же классе? No, we studied different classes. Не, okay, мы учились guess, в разных. I think that you studied вы fashion. Моду изучали. And I think you studied drama. Is that exactly а right? Ты учишься в театре. Не, все по-другому. Не, она, значит, в драме, а ты в этот. Не, бизнес, бизнес изучаете. В общем, нету там никакого ни театра, ни моды. Типа, сказать, что типа... Это что весь ее бизнес находится между ее ног. Я согласен. Как говорится, это действительно неплохой ее шанс. Ну, то есть, она, конечно, не самая симпатичная, безусловно. Лица такие себе, морды неприятные, я бы даже так сказал. Но, знаете... Мы не выбираем. Берем. It's cool that you girls did business stuff, you know? Вы, конечно, занимаетесь бизнесом, типа. Very, very wise Brazilian jiu-jitsu teacher. You know, it's like this. Yeah, jiu-jitsu teacher. And he told me, he says, и он сказал мне, Ричард, I met many women. Встретил многих женщин, и каждый день у них есть дело. И дело между, типа, между ног, типа. So how do you apply your business That's learning so to? Rude. Это грубо было. Like if a girl wants something, I want a drink tonight, so here I'll show you something. Ну-ка, дай я покажу, типа, конечно, нет, мы не такие, типа. Мы нам никто не нужен, типа, мы сами пьем, да, серьезно? Yes. Вы это сами купили, что ли? Ну да, зачем? У вас же есть, типа, у вас же есть кормилица между ног, типа, меня же бразильский джитсу научил. Works everywhere, babe. And what about you? You use it? No. Не, а вы что, no. не зарабатываешь кормилицей, что ли? Не работаешь, типа? Yeah. I like that. Really? Yeah. Can I hold your hand? No. Можно я... Такое лицо у него. Although this is very wise. Да, это умно. Very очень powerful. Сильно. Conversation to have with your guy friends. Но это гораздо лучше диалог типа со своими пацанами занимаюсь, типа. А с девушками миленькими такое не надо, типа. Ну, блин. Сказать, что они моралистичные суки. Так, комплимент я...
Нет, это неинтересно. Gonna be talking to the girl you like, ask about her favorite models. I don't know, what is it? Say that it's cute and easier than a real major like math and science. Сказать, что типа, это миленькое гораздо проще, чем реально нормальное образование математики или наука. Это хороший вариант. Я всегда так говорю, типа, ну да, ты учишься на экономиста, менеджера, хорошая профессия, чё, типа... Самое обычное, самое примитивное, это что там не математика и не физика, там для этого мозги нужны, отличный вариант. Я думаю, девка Fitness. Сразу God, начнет. Понимаешь, таким образом мы девку спровоцируем на конфликт, то есть она начнет мне доказывать. А как она мне может только доказать, только раздвинув ноги? Это же очень просто. Так что, работаешь бизнесом? Нет, пока нет, типа, но я учусь этому. Да, я тоже рассказываю историю, типа, я... Собираюсь улететь на Марс. Хочу быть олимпийским чемпионом. Это все бла-бла-бла. Не-не, это не бла-бла. Я знаю, что бизнес, типа. Ну я рад, конечно, за тебя, типа. Открою цветочный магазин. Что смешного в этом? Да-да-да, я хочу цветочки, да-да-да. Ну-ка, она хочет, типа, салон, да, типа, я занимаюсь ногтями. Ну и что? И как назовешь свой магазин? Я не собираюсь тебе это говорить. Вы просто две гениальные. Да, да, мы гении. Типа, вали отсюда. Да, 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 хорошего будущего в вашем магазинчике. Да, мы вас забаним, типа, ты никогда не придешь к нам в магазин. Да, 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 обязательно откройте. Нищета. Удачи там тебе по жизни. Это очень грубо. Это бы лучше... Лучше потизить немножко, чем просто грубо издеваться над ними. Блин, ну и это как же все сложно. Давайте начнем втирать дичь насчет того, что деньги не нужны, и попытаемся бомж-пакетом добраться до их сокровенного сокровища. Ну, типа, знаете, материализм, вот это все, может, разведем какую-нибудь лохушку, а она потом я скажу, что, типа, одежда это тоже лишняя, и, ну, и вообще, древние люди не стеснялись просто своих чувств и желаний, так что давайте попытаемся, короче. Бизнес, о, бизнес, это так разочаровывающе. Ну, знаете, жизнь гораздо была бы лучше, если бы не было бы денег. Ну, в общем, мы бы менялись, типа, о чем ты говоришь? Всякие тратить деньги на сраные волосы, на все остальное, на одежду. Да, посмотри, ты сам-то выглядишь только как мажор. Ты что, думаешь, это на халяву, что ли, помнишь, типа? Нет, я получил это, просто стоял бар, типа. И просто кто-то угостил меня. That's rule number 52. Do not waste things. Like your dinner, you know, you leave it and goes in the trash. You don't know what's in there. It tastes like whiskey coke. Yeah, but maybe like whiskey coke. Poison you. Why would they do that? Come on. I don't know. Don't ask me. I have no idea. Anyway, look, it's all about the philosophy of it. Знаешь, все идет о философии. Знаешь, как Джон Леннон, у него была правильная идея. Imagine all the people. Во-во-во, попер вот это говно. Да, отлично. Все весело живем, вот это вот все. Blonde girl in blue dress with guy called Richard. И в общем, и блондиночка идет с... О, смотри, он ее лапает. И блондиночка идет с Ричардом. Он так не пел, типа, да нет, это было бы прекрасно. Ты же ни хрена не Джон Леннон, типа. А мы не Йоко Оно. Но мы же можем так жить, типа. Ну, знаешь, мне все нравится, типа, мне все нормально. Мы можем уехать в Японию. А зачем нам нахрен Японию? Ты знаешь, сколько это стоит, типа? Нет, не знаю, типа. Там они стоят дорого. Так что иди там, зарабатывай деньги, а потом уже иди к девкам подкатывай. И как тебе? Хорошая идея, типа? Мне не нужно идея, типа. У Джона Леннона... У Джона Леннона были деньги, типа. Когда у тебя нет денег, типа, ты не можешь позволить себе жизнь. Не могу тебе позволить, типа, да, пожалуйста, не говори так. А тебя, а ты дешевле будешь, типа?
Та же самая цена, ты идиот, типа. Вали отсюда, вали. Ну ладно. Ладно, было мило пообщаться, типа увидимся в караоке или типа того. Не, я так не думаю. Вот же стервы, прикинь, какие. Вот же стервы. Что? Что? Я не хочу, они мне не нравятся. Я хочу домой. Я хочу домой. Где вариант домой? Не хочу. Просто... Я им втер философию такую. Джон Леннон пел. А тут оказалось. У меня реально что-то душа... Тяжело на душе стало. Ну давай, давай, давайте спросим о ее самых интересных предметах. Можем комплимент, конечно, сделать, но у меня что-то какие-то противные тёлки какие-то вообще неинтересные. Давайте скажем, что о, ты пошла бизнесом заниматься, тяжелый предмет. Ты такая умная, и бабы на лесть сразу начнут течь. Давайте комплимент. I like that, you know, because a lot of people they do like, I don't know, some simple easy. Знаешь, люди берут простые предметы, а бизнес это очень мило, мне нравится. Common thing to do in here. Ну, знаешь, это обычное, если серьезно, ну да. No. Так что вы поэтому пришли в бар, типа изучать бизнес, типа не. Did you do well at university? Хорошо учитесь? Yeah, it was fine. Хорошо, да, все нормально, yeah, да, cool, все well нормально. Хорошая работа, молодцы. You'll notice that in the interactions we want to balance validation, you know, saying well done, making the girl feel good. В общем, что ты говоришь, когда там типа подбадриваешь их, типа это делает девку ей приятно начинает чувствовать, типа. So why not say well done, you know, give them some validation there. В общем, да, поддержать это. How long have you guys known each other? So long. Yeah, 42 years. 7 years. Yeah. 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 You look very young. Oh, thank you. Really. Well, she's like the crazy one. Смотри, я понимаю, что она самая белая, а ты такая, типа, и вы как бы дополняете друг друга. A little bit. Yeah, sometimes. You know, it depends. Don't be shy. She can go crazy. And she's the shy one as well. That's cool. Я думаю, она стеснительная. Ну да, немножечко. And who's the one who like who gives good advice out of you two? Or who's the one who has problems and then who's the one that gives advice? А кто типа у кого есть проблема, а кто дает хорошие советы типа? Ну мы девки, мы знаем, мы сами поддержим другую. Мы обе так типа. Но я думаю, она больше дает типа правильные советы. Ну ладно, пусть так будет. Ну, я думаю, у нас все ровненько. Подожди, ну-ка, какой-то тест на лучшего друга? Не знаю, что это такое. Это мне интересно, ну давай посмотрим другие варианты. Спроси, кто из них главный, кто из них альфа-самка. Ну, я думаю, альфа-самка вот эта вот все-таки это такая. Ну, хотя они обе, ну, это как-то побогаче выглядит, как-то побогаче. Это-то какая-то русая ссаная, очередная русая. Ненавижу. Ненавижу свои волосы. And tell her she has the most beautiful eyes. Боже мой. Ну, можно выбрать. Но я боюсь, что это нас приведет к правильному варианту. А вдруг и нет. Ну, сейчас узнаем. Давайте попросим. Ну-ка, пусть это скучная свалит отсюда. Ну-ка, давай, пошла отсюда. Послушай, а как тебя зовут? Анна? Клэр? Анна? Анна, да, ее зовут Анна. Анна, Клэр, Маргарет, короче, Чарльз, ну, неважно. Do you mind just leaving us for a можешь second? Можешь просто свалить, yeah, пожалуйста, свали отсюда. I mind. Я не прошу, типа, нет, I'll мне вот не насрать, типа. Ну, на секундочку, нам надо на вторую фазу переходить.
Понимаешь, три человека, это уже толпа. Просто вали отсюда и оставь мне свою подружку. Нет, смотри, другая, давай-ка ты вали отсюда. Вали отсюда, сейчас же. Ты что, хочешь, ты не хочешь со мной стать? Типа, нет, я хочу, чтобы ты оставил нас. С тобой. Нет, нет, нет. Вали, просто вали отсюда. Оставь нас в покое. Какой же наглый хер-то. Послушай, у нас же все нормально было. Мы уже шли на вторую фазу. Алло, давай, давай, раздвигай. Послушай, иди доебывай других девок. Ладно, ладно. Знаешь, другие девки, они будут рады, что я к ним подхожу. Они скажут, типа, о, послушай, а вот эти шмары отказались от тебя, как они могут? А ты крутой чел. Неважно, вали, просто увидимся. Я не думаю, что мы еще увидимся. Клэр? Okay, but remember that girls are very loyal. В общем, помни, что бабы, бабская, они всегда держатся толпой друг за другом, пока ты, конечно же, не просунешь между них свой пинус. Как только появится пинус, ты разделишь их на длину космоса. А пока пинус не появился, в общем, ничего не получится. Скажи, что у нас самые красивые глаза. Давайте сначала тест проверим. Значит, мне кажется, тест — это какая-то игра, и значит, а бабы любят игры, поэтому, типа, стопудово это клюнет. Давайте спросим насчет, кто из них альфа-самка. Let me ask you this. Which one of you is the leader? So when it comes to making decisions, like, кто решает, там, когда вот это, кто куда идет, и вот это... Why? Why do you think so? А зачем тебе это и надо? Ну знаешь, это же важно понять, типа, кто следует, кто главный. Я думаю, все зависит от ситуации. Да, не-не-не, все-таки это, типа, она решила, то есть ты лидер. Поздравляю, типа, не-не-не-не, ну мы просто тут и начали ужин там есть, типа, у нас так что напополам все. Я, знаешь, читал много книг, и там говорят о вот лидерах, это что в большинстве случаев 90% типа тот и командует, кто решает. И что, сработало, что ли? В общем, если ты общаешься с двумя, подходишь к двумя тёлкам, ты должен, типа, увлечь их обоих, чтобы они работали, ну, типа... She's trouble, isn't she? And that kind of thing. So you're not asking a question, you're kind of cold reading. В общем, вы... В общем, вы начинаете немножко догадываться. То есть вы не просто там ведете беседу, а больше так стреляете пальцем в небо. We had some fast food. Yeah, like burgers and fries. Любим картошечку с бургерами. А есть вариант, что, типа, как в старом добром фильме Кевина Смита, что от фастфуда пердят? Давайте, давайте их конвертировать, говорят, что, типа, или сейчас посмотрим, может, все-таки есть, а от фастфуда пердят, все-таки это классическая история. Сказать, что, типа, с одной стороны это плохо, но с другой стороны хорошо, что она хоть что-то себе в рот засовывает. Хороший вариант. Фастфуд, значит. Значит, это с одной стороны плохо, а с другой стороны это вредно и прочее, прочее. Но с другой стороны, это значит, что ты умеешь работать ртом. Что? Что, извините-ка меня, подожди, секундочку. Ты ешь бургеры, потом кетчупы, картошечку закусываешь, может быть, еще и наггетсы жрешь. Знаешь, некоторые не скажут, типа, а вот вы жрете, как, блин, прожорливый, как самосвал. Жрете все, как что за вас засовывает. Extra jizz, whatever. It's fine. Ketchup.
It's all the same, right? That was rude, you know? Экстра джиз дополнительная сперма. You like it, right? No. You like it. Ты отвратительный, ты улыбаешься, тебе же это понравится, да? Ты. Ты же представляешь, как мы будем голые жрём пиццу? Да, тебе понравится, но ей же ей понравилось. Нет, ей не понравилось, это кошмар. Послушай, как насчёт... Я приглашу нам это, мы поедем к нам в номер. У нас нет... Ты уже что, нас уже забил, что ли, типа? Не-не-не. Нет, да, все нормально, сучка, давай. А ну остынь. Мне нравится, когда ты ведешь себя боссом. Ты такая секси, когда ты смотришь вниз. О, черт, да прекрати, ты просто... Мне устал ты. Сексуально, когда ты говоришь. Ладно, пойдем отсюда. Я тебе не верю. Еще он сказал, что она много картошечки ест, там типа много дополнительных добавочек, значит она и добавочку из моего кукана тоже заглотит. Ну такой себе. Давайте попытаемся, скажем, что я веган, потому что я в последнее время, да, веганю. Купил себе соевое молоко, чтобы есть хлопья. Поэтому соевое молочко теперь пью, как настоящий веган. А там прям написано, типа, веган рекоменд на упаковке. Поэтому я посмотрел на это все и такой понял, типа, блин, да я же веган. Во! Сказать, что ты тоже не следишь за своей фигурой, это хороший вариант. Ну, все нормально, типа, я сам тоже не смотрю, что жру. Мне насрать на свою фигуру. Что? Что, ты хочешь сказать, что мы жирные? Нет, я не говорю, что ты просто говорю. Нет, ты что ты говоришь? Ну-ка, прекрати. Просто вали. Да ладно, да хорошо вы выглядите, просто я имею в виду, типа, вы очень миленькие, вы до сих пор молоденькие. Я вам пошлю пару диет, и все будет нормально. У меня есть веб-сайт, я там занимаюсь, типа. Не, послушай, мы не хотим, типа. Да нормально, сгоним весь жир за пару недель, что ты рассказываешь мне? Не хотите, да, не хотите на диету сесть? Ну, нет. То есть вам больше нравится еда, чем я? Боже мой, я... Как тяжело быть бабой. Не делай этого. Просто не делай. Как тяжело быть бабой. Реально же, вот приходят такие к тебе и начинают травить душу. Вот ей... Неужели... Как... Ты... Сложно, конечно. Сложно. Я не знаю. Вот это же... Я прекрасно понимаю теперь баб, которые говорят там, типа, вот же членомразит. И вот приходит и начинает там вторгаться в наш мир, типа, ламповый. И реально, ты посмотри, он просто приходит и... С мужиками такое никогда не происходит. Никогда. Пора, да, пора, все, кто загоняет, согласен. Бургеры, это отвратительно, господи, это же убийство. А мне нравится мясо, вы убиваете животных, я никого не убиваю. Ты жрёшь это, да, но они уже мёртвые, они мёртвые, потому что хотят, чтобы ты их жрала. Знаешь, я читал, изучал, это все экономика, спрос, предложение, они убивают животных, а ты это поощряешь, сука. Это ужасные вещи, да, ты посчитай для себя убийца. Ты просто, ты не сидишь здесь, а ты думаешь, как убивать животных ради тебя, типа. Да прекрати, типа, да нет, растения растут, у них что, может у них тоже душа, типа, нет. Растения дарят фрукты, они бросают фрукты, и мы их едим, типа, а ты просто, а ты убиваешь. Greenpeace stuff, типа, мне уже не интересно это слышать, типа, это ни хрена не Greenpeace, типа, это жизнь.
Можешь жрать кукумбер, и это будет нормально. Может, пойдем на нормальный ресторан веганский? Нет, 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 давай-ка все, давай, может, я и пойду туда без тебя. Может, было быть и хуже, типа, но... В общем, люди не любят, когда ты их начинаешь учить. Видишь, бабы сразу одеты, если средние, короче, бабы, они такие одеты. Если правильный вариант, то бабы сидят в... Господи, какой у него морда ушастый, что это за стоп-кадр? Просто посмотри, да это штроль, дичь какая-то, реально дичь. Бля, надо уйти отсюда быстрее. Так, дать обеим достаточно внимания. Игнорируй первое, да, да-да-да. Если бы начнешь это плохо. Блин, он сразу мне сказал, что хуйня, вариант. Ну, даем, значит, обеим. В конце концов, мы не выбираем. Из двух троллей я не вижу разницы. В общем, это довольно сложненько, но типа, ну это, ну, это единственный вариант. Но ты должен показать просто одной девке, которая больше нравится. How about you? Anya. I like to dance. You're a dancer? Oh, don't say that about yourself. What did you say? I like to dance. Ah, dancing, yeah, nice. Okay. What else? And I go to. Люблю, хожу в тренажерку. Ну хорошо, весело. А ты насчет тебя, какие у тебя интересы? У меня много интересов. Смотрю киношку. Угораю по сериальчикам, конечно же, как каждая баба. Ни одну не видел, по которой не смотрит сериалы. Играю с собачками. Скажешь, что у тебя есть рыбка. Скажешь, что любишь, как дерутся собаки. Ну, это такое себе, такой пиздеж откровенный, даже выбирать не хочется. So it's sweet and that people with pets are generally more caring. Спросите, нравится ли... заниматься неподобающими вещами с собачкой. Я считаю, что это хорошее. Я видел картиночки, они меня интриговали. Такие сюжеты. Играешь с собачкой. Я видел видео одно. Играю с собачкой, и там была девчонка, короче. Не тебя, но она, короче, сидела вниз, типа, а собака была здесь, и... Она любила, что, типа, она положила мёд. О, это отвратительно. Нет, я просто тренирую своего, типа, а, ты тренируешь собачку делать такие вещи, типа, я видел такие видосы, просто, ты, блин, ну, извращенец, господи, отвратительно. Это же бизнес. Да, я тоже согласен, что мы их выберем, конечно же. У меня нет собаки, но знаешь, что я люблю? Я люблю вещь, когда собаки начинают драться. В общем, а потом я еще люблю сражения. Что? Это красиво? Нет, что дерутся? Нет, я не хотел еще этим заниматься. А что, какая порода? Типа, ну я думаю, она не немецкая, в общем, поводырь из этих... Ну, может быть, это, может, он нормально, может, возьмем их там. Не, мне не нравится, куда идет это дело, типа, я не нравится, типа, а мне нравится, типа, давайте прекратим, типа. Не, мы. You've marked your territory. You've done a wee-wee. Yeah. So please go away. Well, what if I just piss all over the couch? Then it'll be my couch. А если я насу, типа, на... Типа, я попал на вашу территорию, типа, я пометить. То есть, я насу на диван, это стоит мой. Пожалуйста, не делай это, пожалуйста, нигде это не показывай свой идиот. Пожалуйста, просто засунь свое странное, свою фриковатость где-нибудь у себя дома оставь ее. Скажи, что у меня есть рыбка.
Yeah, у меня никогда не было рыбки. У меня был кот, он сбежал. Но у меня теперь рыба. Да, аквариум. И там 24 рыбы. Some of them are like the schooling fish, where you have a few the same. And then I've got two of the clownfish, and I'm finding Nemo. Ну вот, значит, из Finding Nemo есть. The blue tang, like the blue ones, and they're really fast. They just race around. And they do this game where they take bubble from the top, bring it down, let it go, and then they go around. And I feed them like three times a day, but it's automatic. Это дело, ты говоришь. It's, feeder, one with pellets, and then one with flakes. В общем, кормлю их всякими хлопьями и прочим трясеней. Well, yeah, of course. So, I've got some other fish. Actually, I might change the name. One can be called Anya. Oh, actually, wait. I'm joking. Joking? Что? Я просто шутила. Subject. Well, you'll like them when you see them, but okay. Что, им не нравятся рыбки? Okay. Да они, блин, гнилые пёзды! This is a rejection of her offer, if you use improv terminology from acting. Basically, she put out a subject, you know, you can go deeper into it, connect on it, talk about it. Да они надо мной прикололись, они такие сказали, типа, расскажи мне про рыбок. Я начал рассказывать про рыбок, а они такие, типа, а, мне насрать на рыбок. Что я не сделал не так, Ричард? Что я сделал не так? Надо было держаться собак? Я ненавижу собак. Я скажу, я дакхантом там сам занимался. Я покупал колбаску, а потом засовывал туда яд. Почему такого варианта не было? Потому что я реально это делал. Спросить, где они видят себя через 5 лет. Это хороший вопрос, я считаю, очень позитивный. То есть, можно, конечно, полапать ее, то, что она там тренируется в зале. Да кому это нахер насрать? Господи, какой же гоблин. Это отвратительно. Отвратительно. Ладно, ладно, нельзя фокусироваться на этом. Вы, наверное, скажете, ну, у меня хороший вопрос, девки. Чем будет заняться через 5 лет? О, это нет. Это что, это интервью странное? Да, это как рабочее интервью. Но это хорошо на работе, типа, но не начинай, типа. Че, думаешь, это подходящее место, чтобы задавать какой вопрос? Ну, может, хотите вы работать, типа, нет. Типа, работа там начинается. Обычный вопрос, типа, но это не работает на симпатичных девчонок. Я не знаю, что такое сквош, но играет какую-то хрень. Я играю в Overwatch, и отличная игра, кстати. Тренируюсь в aim статике, надеюсь, скоро стану про... Что тут происходит? Тут, Оля, не смотри, не смотри на это, не с... Нет, нет, это не то, что ты думаешь, это не то, что ты думаешь, я не бы... А, что она говорила? А, что я тут забыл, кто эти женщины? Кто вы такие? Где уйти домой? Где уйти домой? Нет такого варианта. Сделать какой-то... Что? Клубничные поля? Рутина? Ну давайте хотя бы посмотрим, что это такое. Ребята, вам нужны психологические тесты? Не знаю, типа, можем попробовать. Может, это интересно? Давай попробуем. Вы слышали о таком тесте клубничные поля? Ну так давайте, короче, я вам покажу. При сперматоксикологии. And tell me, there's a fence around it. How high is the fence? Just show me with your hands. Не, ты чё? Your story была хорошая. Cool. Это, nice это, 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 как его, как эти игры-то? Telltale на минималках. Вот. What's your answer? I will eat as many as I can. Хочу много денег. Да, тоже хочу денег. Да они же о деньгах говорят. Отличный вариант.
Так, а ты бы что сказала, типа, я скажу, что я голодная. Okay. Alright, you can open your eyes. Так, открывайте okay. глаза. А что so происходило? Так, means, right? mm-hmm. так, а теперь я вам расскажу, что произошло. Что сейчас происходило? Так, типа, так, у вас есть барьер насчет секса. Потому что клубничка превращает в женскую страсть. Так что вы где-то здесь, типа. А вот ты, Аня, ты горяща, ты действительно, ты хочешь заняться плотным сексом. А как клубничка, это ваш сексуальный аппетит. Так, надо записывать, где моя книжечка, где моя книжечка, надо записывать. Значит, Strawberry Field Test. Что ты там спрашиваешь про клубничку, перевожу все в секс. Так и I'm hungry. Yeah, you're hungry after sex, right? It's normal. Yes. Oh, that's perfect. So funny. I'm sorry. Так, сейчас, секундочку, клубника. Спрашиваю клубники. Перевожу стрелочка в секс. Отличный вариант. Это будет главная книжка, не забыть в следующий раз. Learn a bunch of stuff and go out and repeat it. But if you do find yourself in a boring situation, прости, я там прослушал, что он говорил дальше. Я записал этот отличный move. You can always just say it's a psychology test that you saw online, right? So what do you guys do? What так, ребят, чем вы занимаетесь? Ты... У меня есть... Yeah. Продаешь одежду. На рынке, наверняка. Можно было, да? Я бы точно так пошутил. I tell her to hire her friends to work for him making clothes. Say it's great that she doesn't work and that you're... Try to hook her up with your friend Karim. Шука, Дэдди, это отличный вариант. Вот это не хорошо. Нет, это... вот это неплохо. Вот это неплохо. Поехали. Так, ребята, ты не работаешь, да? У меня есть отличное решение. У меня есть дружбан, его зовут Карим. Он немножечко старый, сама понимаешь, но он до сих пор жив, так, типа. И ему нравится... Но он немножко жирный. Ну да, но он хорошо жирноват. Назовем это так. Но самое главное, что он очень богатый. Очень богатый. И что? Ты знаешь, что это такое, типа, о папиках? Не, ну мне это не интересно, да, послушай меня, не будь дурой. 3000 в месяц долларов. Мне бы кто такое предложил? Нет, 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 да просто посмотри на него. 3000. Ну ладно, чувак, я пытался. Это не мило, не так ли? Сказать, что хорошо, что она не работает. Сказать, что мне, типа, я... ревную? Не ревную, а мне... Ну да, ревную. То есть, давайте скажем так. Ну, значит, я тоже была безработной. А ты вообще, ну, ищешь работу-то? Или ты просто лежишь на диване? Конечно, ищу что-то, что будет подходить мне. О чем мечтаешь? Какая твоя любимая работа мечты? Хочу открыть магазин цветов. And you buy your own drinks and stuff, so yeah, that's all right. You're still independent. Yeah, trying to. This is a nice, just playful answer. Good one. Хороший ответ, спасибо. Ричард, спасибо, братан. No. Drug abuse? No. Cigarettes? No. Не курите, не употребляете, а алкоголь-то любите накатить, я смотрю. Это не дуры, да, не дуры накатить. Танцевать под музыку. Хороший вариант. Но я... Что ты так улыбишься? Что вы так улыбитесь? Это мы пока... Подождите, посмотрим варианты. Спросить меня... что такое?
спросить. Девка, которая мне нравится, она типа хорошая девчонка. Привет, привет, а чё вы все ночи появились, друзья мои? Я, блин, в 4 часа, ты-то что не спишь, Гри? Спросить, какая из девок более шлюхастая? Спросить, это типа easygoing girls? Нет, я ночью, нет, я не стрим. А, ну ладно, ладно. Я случайно вообще остался. Я думал, 2 часа назад, я думал, что я сам сейчас лягу спать. Но что-то потом подумал, что я... Конечно, конечно, я спрошу про шлюхкасты. Давайте спросим. Эй, ребята, мне вот интересно. Вот ты больше блондиночка, а у тебя, короче, юбка. А кто из вас больше шлюха? О чем ты говоришь, типа, зачем ты говоришь эти вещи? Да я просто хочу перепихнуться, и вот ищу как бы легкий вариант. Нет, тогда еще вариант не тот. Да не, послушай, ну постой, это просто гипотетически. Я просто гипотетически исследую теорию, знаешь? Нет. А, так, кто у нас, типа, ты, да? Ты, типа, нет. Не, она грубая. Нет, я говорю нет, нифига, а тебе надо валить. Мне надо идти, да? Может быть, я посижу здесь, типа, может, мы потусим вместе? Не-не, это хреновая идея. Хорошо. Так, значит, ты более шлюхастая. Что? Я понял. Вы лесбиянки. О, бинго, бонго. Да-да-да, давай, пока. Господи, это же отвратительно, это реально отвратительно. Так, послушай, не надо сравнивать девок, типа. А особенно, если речь идет о шлюхастости. Особенно, если, типа, девки, которые ты только что познакомился. Согласен, ошибка. Но, блин, я старался. Это, конечно, жуть. Это... Так. Спросить... Так, ну да давайте, какая из них ближе? Аня, послушайте, давайте по чистоку. Ответьте мне. Сколько вам нужно бухла, чтобы раздвинуть ноги? Два или три? Что? Четыре? Прости-ка, пять? Нет, извини, это невозможно, чувак. Прости, чувак, это невозможно. А сколько нужно? Может, еще чуть-чуть? Ну давай, заткнись. Нет, бесполезно об этом говорить. Yeah, right. Да, да. Please. Пожалуйста, просто перестань. Если бы даже я была бы слишком пьяна, я бы все равно с тобой не переспала. Нет? А хотя бы блоуджобик? Нет, ничего. А поцелуйчик? Даже поцелуйчика. Да, будто прикоснуться-то. Да что за скучные девки-то? Да, скучные девки. Вы самые скучные девки, удачи вам. Блин, это просто... Да, это был хороший пример того, что не надо говорить о том, что ты думаешь. Блин, я вот все-таки смотрю на эту дичь, и я думаю, типа, блин, это же серьезно. И наверняка женщины через это проходят, к ним какие-нибудь чуваки подкатывают. Серьезно, господи, это отвратительно. Я понимаю, почему они ненавидят этих членомразей, потому что, ну реально, ну ты же членомразь. Потом вот ты вот, прикинь, к тебе подходит вот такой, ну то есть вот ты сидишь там, никого не мешаешь, сидишь с подругой, вообще, тебе норм. И подходит вот такой вот, не знаю, пикап-мастер, начинает травить свои поручика. Про поручика, да, начинает травить анекдоты про поручика. И ты... И тебе просто неловко становится, и потом еще похерено все, он может гадость какую-то тебе даже сказать, а ты же его не знаешь, он просто, ну, он просто вот вторгся в твой миг туда поднасрать, это же дичь, полнейшая дичь, не хочу, не буду. Как тяжело быть женщиной в каком-то смысле, лучше дома, вот женщине вообще лучше дома сидеть, то есть... Мужчине можно сидеть дома, да, но его никто, он может только по бонусу получить, а это не страшно. А, типа, а тут, блин, просто тебе в душу нагадят.
Ладно. So, Anya, I don't know why, Аня, I trust you. You seem very honest. Ты so довольно честная. Скажи, она хорошая девчонка? Nice. О, да, она хорошая, очень умная. Ой, спасибо. She's nice, yeah, that's sweet. Yeah, she's good. Она милая, она хороший друг, хороший друг. Instead of directly saying, you know, I like you. Знаешь, ты, если спросишь прямо, типа, это, в общем, а лучше гораздо спросить ее девчонку, типа, это будет, вот это будет правильный вариант. Actually, I'm honest. I want to tell you, she has a boyfriend. У нее есть друг, у нее есть друг, парень. Да? Да. Так домой идем? Где вариант домой идти? Она собирается на нем жениться? Спросить... Так зачем она вообще со мной общается? Спросить, типа, удовлетворяет ли он ее? Ну нет, нет. Тут... В два раза больше на неделю могу с ней переспать. Сказать, что у девки никогда не может быть недостаток хренов. Это хороший. По-моему, это резон. Это мудро, да. Ну, послушай, ну у тебя есть дружган, и чё, типа, у меня есть философия жизни, ты никогда не можешь много денег иметь, да? Согласны. И поэтому у девки не может быть никогда, типа, много членов. О, нет, не, спасибо. Да ладно, это же разновидность. Хочешь попробовать? А них не трожь меня. Да, называй меня Барри. Я понимаю, что Барри это миленькая. Но вообще девки должны познакомиться с ним только тогда, когда захотят сами. Да ладно, Барри, нормальный братан вообще. Давайте скажем, что мы удовлетворим ее в два раза больше. У него есть парень. О, ладно. И долго вы тут? Да, около года, послушай. Он работает, да? Может быть, насчет того, что... Саня, вот я у тебя буду по вторникам. Можно так сделать, типа? Буду стучаться в дальнюю дверь, типа... И он даже не заметит. Мы постираем все бельишко, и все нормально будет. Let's just keep in touch. Давай просто будем на связи. Yeah. She's gonna be brilliant. She's so lucky. I'll call you. Let's go. Call me. Yeah. I'll see you. Sure. Bye. Well, you have my number, right? Or? Нет, братан, ты приебался. Don't comport yourself in such a manner. Не надо себя, да, значит, так в таком. Давайте спросим насчет того, что как он ее удовлетворяет. So you got a boyfriend, так у тебя есть братан, да? Okay, and it's all good with him, и у вас все нормально? It's okay. Ну да, более-менее. Знаешь, там, как у вас там в кровати дела? Знаешь, он работает, устает, а потом идет и спать, типа, мистер Вялый и все дела. Когда он работает? С 9 до 5? Не буду тебе говорить это? Нет, я не такая девчонка. Да ладно тебе, девка, не стесняйся. Может, ты подперчим твою жизнь? Ты говоришь, Ларуина гораздо лучше, чем какой-нибудь Леонардо Ди Каприо, ты уж прости. Это было не... Что ж такое? А чем неправильно-то? Что не так я сделал? Что-то Ларуина, ну типа, я же задал хороший вопрос. То есть, дельный вопрос, удовлетворяет ли он тебя в сексуальном плане. Мы через это, ну как я логику, да, выстраиваю, через это мы могли сказать, типа, если он не удовлетворяет, то я могу удовлетворить, соответственно, у меня есть шанс. Давайте спросим, хочет ли она за него выйти замуж. You got a boyfriend. У тебя есть парень. Как долго вы вместе? Где-то год. И что, вы собираетесь жениться? Я думаю. Ой, это грустно. А что такое? Почему нет? Не знаю. Мы просто... Проблемы? Ну да. В общем, ну...
Я думаю, все равно у вас будет все нормально. Да, конечно. Это правда. Excellent, because this allows you in a smooth way. В общем, это тебе гладкий проход. Ты узнаешь, что как хорошие отношения. Если хорошие, серьезные отношения, то ты сдриснешь. А типа, если так, типа, то ты продолжишь крутить эту девчонку. И как пока она не станет в один день свободной. Спросить. Вот, вот, отличный вариант. Пойдем отсюда. What's your boyfriend's name? Andrew. Andrew, well, look, I respect Andrew. Я уважаю. I'm just not going to talk to you, and okay. I think it's better that way. And if any men come over, you say, look, I'm Andrew's. You need to go. Да, ты должен, okay. если right? типа... Yeah. Anyway, thanks. See ya. See ya. Все. Пока. Во, во, вот это честно. Ну ты свалил, типа, ну и, конечно же, это был твой вариант. Но ты же с ней еще не скорешился, типа, ты не стал ее другом до момента, когда она будет одинока. Поэтому сначала ты должен пробраться в ее френд-зону. Ладно, ладно, я понял, ну да. Просто сдриснуть. Но он делал на самом деле, говорит. Мы же не. Ну то есть, понятно, что мы хотим ее запердолить, да? Ну, типа, это очевидно, ради чего я вообще сюда пришел. Но мы можем показать, что мы, как бы, у нас приличные намерения. То есть, ну, как бы, хотя в сексе нет ничего неприличного. Ну, в общем, вы поняли, к чему я веду. То, что мы просто хотим пообщаться, да, да, да. То есть. Я просто не достиг своего эффекта, если я свалю. Это неправильно. Давайте спросим, как ты думаешь, я могу ли набить ему щи? Мне кажется, это должно сработать в наших условиях. Не-не-не, он суровый мужик. Без шансов. Ты можешь, конечно, попытаться. Но он может просто, мне кажется, умрет от смеха. Он умрет, и мы тогда будем вместе. И поэтому я опять выиграю. Прекрасно. Я думаю, он хороший парень. Да-да-да. Хорошо, но это бы как-нибудь было забавно. А спросить не об... Well, look, I don't want to disrespect Слушай, your, я не хочу не уважать тут, типа... No. Like но ему нормально, типа, если мы общались, типа, он будет на... Ему все было... Да, все было бы нормально, если мы возьмем селфи, сделаем, и все такое. О, то есть он нормально к этому относится. Да, то есть вам нормально, да? Типа, он не будет ревновать. This works psychologically because you're taking away her independence. You're saying, well... Would he allow you? Ты убираешь ее, типа, ты задаешь именно вопрос, именно так, что позволит ли он, типа, ты уберешь, ты решаешь ее свободу выбора. I'm allowed to talk to other men. She's not going to want to say actually I'm not allowed and you know I shouldn't do it because he controls me and tells me exactly what to do. So it's the right. Конечно же, она никогда, она же всегда, типа, будет никогда не согласится, что она чья-то типа вещь. Понятное дело, он всегда, типа, позволит себе вольности. Вот о чем он говорит, типа. Потому что ты его задаешь ей вопрос, типа, того, что, типа, позволит ли он, типа. Таким образом говоря, что, типа, она безвольная. Понятное дело, ни один человек не согласится на это. Поэтому она только из-за психологии сыграет под твою дудку. Давайте спросим, целовались ли они вместе и попытаются, чтобы они засосались. Я, конечно, никогда не любил лесбийские развлечения, никогда не понимал, типа, ну, бабы целуются, я такой, типа, ну и чё? Типа, я всегда смотрю на это, как на что-то такое, типа, грустное, типа, не хватает вам настоящей игрушки бабёны, чем вы можете там развлекаться-то? Ну, давайте попытаемся. Okay, в конце концов, много пацанов, я знаю, Why? Есть такой фетиш. No, her, like, well, right. Положи ее на ее руку, на ее коленку. Oh, no. А теперь смотритесь и целуйтесь. No.
Нет. Come on, girl. Да ладно, девчонки. Okay. Нет, это слишком... Вы не лесбиянки? Нет, мы не лесбиянки. А вам не нравятся лесбиянки? Конечно, нет. 100% straight. Like you wear strap-on. Вам не нравится надевать strap-on no. и долбить друг друга? Нет, мы никогда так не делали. Типа, да, даже по ночам. Я думаю, вам надо как-нибудь попробовать, да. Да, может быть, но не сегодня. А я могу сидеть в шкафу и смотреть за этим делом. Смотри, она даже ничего не говорила. Она не говорит нет, типа. Так что я думаю, это хорошая идея. Может попробовать. Вы милые девчонки. Так что, если вам будет скучно, как-нибудь там поразвлекайтесь. You've probably been thinking that, haven't you, before? You know, with two pretty girls, right? Here we go, lesbian threesome. И конечно же, ты, ну, может быть, об этом думаешь. Ты видишь две симпатичные девчонки, сразу представляешь себя, типа, они лесбиянки, и типа, или у вас будет тройничок, типа, и все остальное, типа. Надо держаться, надо держать себя в руках, хорошо. Спасибо, Ричард, спасибо. Без твоих советов я далеко не уйду, братан. Ричард, спасибо, спасибо, Ричард. Что бы мы делали без этой игры, ребята? Что бы мы сделали? Спроси, чем они будут заниматься сегодня вечером. Какие-нибудь планы на вечер есть? No plans. Не, никаких нету. А что завтра делаете? Ты же не работаешь. Yeah, yeah, yeah. Да, это с утра надо в шоп идти. I don't really need to do anything, so I can stay out sleeping. А вот мне нечего делать, типа я потусуюсь еще. I don't need it. Exactly. This is an important step. You're finding out important logistics that will tell you how easy it is going to be later in the evening to take one or both of the girls and. В общем, я узнаю таким образом, я узнаю, типа, чем бабы будут заниматься вечером. То есть таким образом мы узнаем, типа, как мы можем. То есть то, что вот это сольется, потому что я и завтра на работу, а вот это свободное. Блин, вы мышку, к сожалению, не видите, но вот я, короче, синюю сейчас ввожу. Забрать обеих, взять в обеих номера. Сказать, что мы можем потусоваться как-нибудь вместе и взять их номер. Сказать девчонке, что, типа, ты хочешь ее забрать ее с собой, типа, и взять ее друга. Типа, друга вот этого, или друга ее парня. Ну, давайте сначала обеим, знаешь, типа, за двумя зайцами погонишься, две шкуры и поймаешь. Не, нравится с вами общаться. Может, встретимся, да? That's great. There you go. Brilliant. Yeah, yeah. Tuesday will be great. Yeah. And you know, Anya was really nice. I think you're a very special girl. Я думаю, ты особенная девчонка. Может быть, мы в среду с тобой встретимся? Что, блин? Ты что делаешь? Ну я просто, а что у меня? А ну-ка, я удалю сейчас твой телефон. А мне нужен типа нет. Let me do fingerprint. Дай мне открыть его. Эй. Ричард смеется. Хорошая попыточка. Но в реальности, типа, это не сработает. Ну, типа. Давайте скажем вот этот вариант. Блин, нам надо как-нибудь встретиться еще раз, потусоваться. What do you think? You think we would have a good time if we meet? And you trust me, right? You know I wouldn't. Ты доверяешь мне? Killer or something. Yeah, что я что, типа я не серийный убийца и так далее? No, of course not. She trusts me. Look. Alright, so put your number. Wait, okay. That's only four digits. Oh no, you finished. Alright, cool. Yeah. Here we go. Cool. You have to remember that these girls are going to talk about you after you leave. Знаешь, ты сам понимаешь, что девки будут общаться о тебе, типа, когда ты свалишь. Вообще, надо получить было разрешение ее подруги, чтобы, типа, чтобы она все было нормально. Хороший выбор. Ну ладно, ребят, я пойду, пожалуй. See ya. See ya.
He seems a really nice guy. Ну, он был достаточно милый парень вроде, да, да, да. Ну, да, порадовал, жанул, типа, 200 раз. Но в Казанова, серьёзно? Nice one. It's a cool, funny line. You know, in the bar, ideally, you want to get girls laughing very fast, right? And be more interesting than their boring conversation. Серьёзно? Я Казанова? This is a nice light opener. Again, you need to deliver it with a little bit of a smirk and smile. Никогда не думал. And it will work well. Так вот оно что! You'll notice that in the interactions, we want to balance validation, you know, saying well done, making the girl feel good, with things that are teasy or challenging. And in this case, it's something that they've worked hard on, it's an achievement. So why not say well done, you know, and give them some validation there. Спасибо. When you're talking to two girls, you need to engage both of them. And this is a nice way to bring both of them into it, to talk about their character. А, это он мне советы раздает, да-да-да, типа, что я должен делать, я понял, да-да-да-да. Давайте следующий вариант. Так, мы в клубаке. Ребят, пошли в деревенский клуб. Да, да, я знаю, у нас тут есть он. Я могу зайти в него в любую пятницу. Ну-ка, посмотрим, как отдыхает Минск. Воу, воу, воу. Воу, а это доярочка, ничего так. Ну, как минимум сейчас. Ну-ка, сейчас посмотрим. О. Так, вот мы в клубе. Open with an opinion, open a... Я ни хрена не понимаю. Что значит первый вариант? Open air мнение применить? Open air мнение насчет... насчет того, что типа подарить своей этой маленькой сестре. Я понял, вот такой типа opinion open air. Да, open air. Окей. Открывать. Типа невербальный. Невербальное открытие. Типа пытается привести ее этот. Все. Давайте тверкаем. Не получилось. Не получилось. One of my friend Alex's moves. Это типа движение моего Алекса. Doesn't work too well. В общем, не особо работает. Давайте попытаемся, как в фильме, ну, здесь, в ролике What is Love с Джимом Керри. Притрёмся к ней. Блин, она напоминает мне какую-то актрису. Блин, это что, сработало? Little bit risky. Опасно, но может сработать, а может и не сработать. So it's not the safest option, but не самое безопасное, но может быть нормально. Я тусуюсь один. Итак. Быстро представиться и продолжить танцевать. Это по-нашему. Это по-нашему. А dance-off это что такое? Это типа... Я ее вызову на батл? Дэнс-батл? Давай посмотрим, что такое. Да-да-да, на дэнс-батл. Да, я ее вызвал. Not bad, but I think I still won. What? Хотя не, она какая-то там покатит, короче. This is something you can try, могу попробовать. Be a little bit safer if you может быть, было бы чуть-чуть безопасно, если бы ты выбрал другое, типа. Really но ты можешь well, этим попробовать. Sometimes it just won't. А вот, да, вот это предыдущее, да, вот эта тяночка из прошлого эпизода, я так понимаю. Так, Moonwalk Away, свалить отсюда лунной походкой, отличный вариант. Mm.
Ничего себе, а он может двигаться. Moonwalk? Really? Moonwalk, серьезно? Да, она что-то как-то не понятно. Да, она что-то какая-то такая плотная. Ну такая, не жирная уж там. Что ты прям сразу жирная? Зажрался! Тоже мне нет, она коренастая. Вот. Давайте притремся к ней. Все-таки мы должны ближе. What is love? Сейчас, секундочку. Надеюсь. Блин, ну конечно, хрен мы найдем. What is love оригинальный ВКонтакте. Но вы понимаете. Да. If you're just dancing kind of near her, then. Вы рядом с ней танцевать. Вам надо типа, она уйдет, типа, вам надо типа к ней подкатить, начать катить шары. Ну, купить напиток я не могу, денег нету, так что давайте будем реалистами. Так, предложить, чтобы она присела, потому что, типа, она устала. Ну, если мы поцелуем, то она просто меня отошлет. Ну, попытка не пытка, йоло. Don't you hate this track? Yeah. I hate it too. Whoa, douchebag. What? You skipped a few steps there, and even if you do kiss. Ну ты, короче, пропустил пару ступенек, чувак. Ты слишком быстро начал целовать девчонку, так что давай, надо побезопаснее. Ну бабло, платить, это зашквар, ребят. Ну вы ж простите, конечно, берем. Пытаемся на халяву, чтоб перепало на халяву. Тут слишком громко, не хочешь посесть? Да, пожалуй, сядем. Отлично, вот это хороший, вот это вот так вы свалили с дэнс-флора. Это больше не вопрос, типа, это предложение, поэтому с этим легче согласиться. Блин, а коктейльчик я купил или как? Че, нравится танцевать? Ну что, ты протрезвый? Ты трезвый что-то, ты пришла в клуб? Да, я не особо много пью. Да, значит, отличный вариант. То есть я видел тебя в курящей зоне, типа, была ты, типа, наверное, типа, тебе не нравятся курящие. Да, я хочу сказать, что это отвратительно, я ненавижу курящих женщин, потому что они, мало того, что они стареют быстрее, так они еще и воняют, как странные пепельницы. Ненавижу. Сказать, что я сижу на более тяжелом. Это мой выбор. Да, это нормально. Многие люди курят. Ну, знаешь что, типа, я гораздо больше люблю тяжелее. Что ты имеешь в виду? Ну, знаешь, всякие соли, смеси, вот это вот все. Не-не, я это не люблю. Не любишь, что ли? Да ладно, девка, ты не пробовала просто. Ты пойдешь сейчас ко мне домой. У меня там кокс. И мы начнем долбиться просто ешками. Она занималась сексом под экстази? Это охренительная история. Ты должна попробовать это. А может, на ЛСД сидела? Нет, да, так вот еще в субботу или в воскресенье у меня будет, типа. Да, а я все оплачу. Нет, мне это не нравится. Не, она жирная, конечно. Да. I think it's not a real connection. It can only happen with someone you have a real connection with. No. That's the thing. If you just do it with a stranger, it would be awful. But да, то есть ты должен попробовать только с настоящим человеком, который у тебя есть связь. The absolute best stuff money can buy. Like I don't like this conversation. Obviously, don't tell anyone. Нет, не нравится. Да, мне. This is not okay.
Это же самое лучшее, это когда ты обдолбишься, и вот тогда ты начнешь себе накладывать, типа, да ладно тебе, куда ты дрень... Ах ты, что такое-то? Winners don't do drugs. В общем, победители не сидят на хрени. Ну, кроме всяких олимпийских чемпионов и прочих. Unless they're legal. Ну, конечно, если нелегальные. Ну, или ты в Амстердаме. Don't do drugs. Ну, в общем, не сиди на наркоте. Сказать, что это хуёвое, это... Я начну её учить. Со сломанным носом валялся, согласен. Знаешь, это хреновая... как его? Ну, да, это мое тело, я делаю, что хочу. Ну, знаешь, это ты там стареешь быстрее, вот это вот все. Ну, это хреново, тебе не надо это делать. Я тебя, конечно, не заставляю, но подбадриваю. Бросай. Ты что, ее мама? Да она и так уже знает это, типа, так что не надо это говорить. Гораздо лучше бы воспользоваться этим моментом, чтобы там, типа, ну, сделать, привлечь ее внимание. Compulsive gambler or no, I don't know, thief. Like, what is it? What's the word for the people that have to steal things? Like, there's a technical. Oh, I don't remember. You know there is one though, right? It's like a necro. That's people that have sex with dead people. Necrophilia. Necrophilia. Чё? Подожди, интересный диалог пошёл. There is. А у тебя какие-нибудь есть плохие... как же это называется-то на русском? My habit. Я знаю, что как-то на английском, что это такое, а на русском как это называется? Сейчас посмотрим. Привычка, господи. Точно. Простое слово. Честный ответ. Сказать, что ты любишь пытать людей, вот на самом деле, конечно. Я, это моя большая мечта вообще стать каким-нибудь нео-НКВДшником. Я бы сам бы с удовольствием ходил бы по городам и чистил бы. Давайте скажем, и пытал бы людей. Well, since you asked, I mean, I don't think it's bad. Не думаю, что это плохо. Может, это немножечко опасно? Я люблю пытать людей. Люблю, знаешь, вести их в подвал, говорить им, рассказывать истории о том, что коммунизм — будущее. Знаешь, это немножечко пугающе. Да. Может, я плохой человек, но мне нравится это. Я люблю. Так, ну ладно, я пойду к друзьям. Типа, ты серьезно? Ты что, мне враг? Смотри у меня. She's in trouble now, isn't she? Так, она, да. Really, in reality, man should never use. В общем, мужчина никогда не должен показывать свою силу. Whatever to intimidate a girl, violence has no place. В общем, насилие — это не выход.
Ну, давайте честный ответ даем. I don't think I have anything too bad, but ну, значит, не то, чтобы очень плохое есть, это зависит от того, что, типа, ну, иногда я травку люблю покурить. Tried, like, super hard drugs, but никогда не пробовал тяжелые наркотики. Ну, точно, у меня нет такой привычки. Excellent. Прекрасно. In this case, you want to have some honesty, and you know sometimes the honesty can be shocking. В общем, иногда, типа, ты тут зашел с честностью. Иногда честность, конечно же, она не к месту, но здесь она хорошо сработала. Чем занимаешься, ну, здоровьем? Типа, танцую, люблю скалолазить, или что там, хикинг, хрен знает. А, не, хикинг, это, по-моему, всякие... А, хер вы знаете, что это такое. А, да, на Килиманджаро, значит, хикинг, правильно, как скалолазание. Мои ребята забирались, типа, это нормально, типа, утром встаешь и где-то к закату поднимаешься. You would do it. I like to think I would. So if you put me there, I don't know. Do you like cross-tubers? Lots of sports. I tried climbing recently. Sometimes I play squash. I used to play tennis. But I guess now I just go to the gym a few times a week and that's about it. You go to the gym? Ты ходишь в качалку? Серьезно? Конечно, нет. Сказать, что, короче, да и у тебя так от баб отбоя нету, ты, а если еще добавишь себе кубиков, то вообще просто будешь машиной. А спросите, типа, ох, хер она на тебя наехала, я хожу в качалку каждый день. Сказать, что она тоже, что вот это хороший вариант. Of course, no, you look fantastic, but just, you know, some people have that kind of gym look. Мы опять заходим этой карты, что все тёлки жирные. Chilling look. Thank you. So we're perfect for each other. Perhaps. Could be worse, but in these cases, you don't want to react too strongly. You don't want to get emotional, you don't want to get angry, you don't want to turn it back on her. Мне надо разозлиться, то есть это... Я хорошо, потому что она на меня... Она сама поступила по сучке, ну, начала быковать. А мы так, типа, перевели. What did you study at university? I actually studied dance. Dance? You studied? I did, dance. Yeah. I didn't know they had that. I know they have like ballet schools and stuff, but you can study. There's music at the university too. It's an art school. Yes, dance, ballet, jazz, hip hop. Yeah, cool. Just a lot of things. Usher. Yes, exactly like that. Like we were here. Nice one. And so that was university, but what's your job now? Are you something? Ну и кем работаешь? Ты что, танцуешь? Да, держу танцевальную студию. Типа, привязаться к этому и начинать комплименты давать. Сказать, что она тренирует стриптизерш. Да, ну куда там. Но давайте попробуем. Ну мы завтра продолжим. Сегодня мы закончим на вот этом. Вот, по-моему, я очень неплохо. Let me guess. Is it like a stripper school, like teaching? Так это что, это стриптизерши? You know, like poles and. Are you joking? How to do that? Ты же шутишь, что ли? You're serious? Ты серьез? Да, серьезно. Что такое? Это ж небольшое дело, хорошие деньги зарабатываются. No, but it's like. Думаешь, это ты мне типа комплименты? Типа нет. Я много денег зарабатываю. That's это грубо. Это не надо так говорить. I teach children. No. Нет, я тренирую и учу детишек.
Ну да, а просто моя тетя, вот она тренирует стриптизерс. Может, ты отъебешься? Я не хочу с тобой общаться. Ты самая грубая тетя. Да знаешь, я сам свалю, типа. Ты точно шлю стриптизерши? Это было очень грубо, чувак. Тебе должно быть стыдно. Давай, короче, начнем допытывать ее дополнительной информации. Какое что? Сальса, танго? Ну, это для детей, балет. Сама учишься? Да, да, сама. Есть ассистент, там много детей. На сколько? 2 года уже работаешь? Yeah, it's going very well. We do recitals, it's fun. How many people in a class normally, children? Где-то 10. That's not bad, so quite busy. It is busy. Да, очень много работаем. Couple classes a week, 2 or 3 classes a week. Три занятия. Ну, это такое, мы начнем про работу говорить, да. It's a very rich subject to talk about. There is a lot of passion and emotion attached to it, but you asked a couple of boring questions. В общем, задаешь скучные вопросы, и она скоро там типа выдохнется. Я смотрю, у тебя есть татуировочки, можно? Ой, хороший вариант. So what's written there? Так, что тут написано? Мне нравится трахаться с разными мужиками. Нет. Во все дырки. Нет, нет. Это не весело. Я, знаете, типа, тебе что, не нравится заниматься сексом? Не просто, не то, что со мной, типа. Знаешь, типа... Да знаешь, типа, поставь ему там пишет, ты набьешь татуировочку с моим именем. Пошел отсюда нахуй. Нахуй пошел. Они ничего не значат, просто отъебись. Пошел отсюда. Ладно, ладно. Может, как-нибудь выпьем там, когда ты остынешь? Блин, а такое ощущение, что в этом реально бомбануло. Хороший актер, кстати говоря, Вот хорошо играет. Скажи, что они мне не нравятся. Давайте скажем так. Ну, знаешь, они милые, но мне они не нравятся. Мне вообще не нравится тату. Ну, это не мое, понимаешь? Мне нравятся татуировки. Может, сам люди не увлекаются, но нет. Ну, знаешь, много там купола себе набивая, типа. А мне вот не нравятся длинные волосы. Знаешь, я типа могу обрезать свои волосы за 3 минуты, а вот с татухами не то же самое. Но если ты можешь, то тебе надо это сделать. Блин, что-то мне не нравится отношение с этой бабой, она говорит, тяжелая, откровенно. В общем, не дает мне никаких очков. Так ладно, давайте тебе хватит обо мне, а типа... Я делаю... Я видеоблогер. А какие видео тебе? Да это разные, на разные предметы там всякое. Здоровье, вот это вот все, как деньги делать, реклама. Interesting. So. Well, I did notice that you're very well groomed. Oh, thank you. I was hoping you didn't mean that you're into men. Что ты говоришь? Что я вин с пацанами? А нахрена тогда я к тебе шары качу? Да, 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 тяжелый не только в плане веса. Да, 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 я. Ты все правильно понял. Так ты что, гомофобка? Не-не-не, это не клево. У меня много подружек. Давайте скажем, что она охренела, что ли.
позволяет себе в СНГ. Вообще ужас какой. Я бы давно линчевали дома в Англии. Ты называешь меня геем? Не-не-не-не. Я просто... Я проходил без, что ты... этот... что ты... гетеросексуал. Ты знаешь, сколько у меня баб? Ты знаешь, сколько у меня баб, блин? Да у меня баб гораздо больше, чем... твой... сколько ты весишь? А ты насчет тебя? Сама ты на себя? Да я тоже. Я иначе бы я тут не сидел. So why are you coming calling me gay? А что ты меня гейм ты назвала, алло? Lesbian. Пошла ты нахуй. В общем, она сделала тебе вызов, то есть просто так задела, а ты начал бугуртить как сраная бабка. Ну да что это такое? Девушки часто делают такие тесты, типа проверяющие, а ты бомбанул, блин, как этот... Гагарин на первой ракете. What you need to change about your appearance to be less gay looking? Давайте спросим. Сказать, что ты супер гей и начать ее лапать. Давайте. Ну это же очевидно, он типа играет. Very gay. You feel it, ну, right? Я так и думал, что мы сейчас просто до... доберемся до ее... Ну что за... Когда она начинает тебя проверять, типа, ты можешь зайти в защиту, либо, типа, начать их подыгрывать. Я так и думал, что мне придет. Надо было сказать, что, типа, надо быть тоже, знаешь, таким тяжелым, типа, ты назвала меня гейм, чё не так? Ну знаешь, вот это происходит, говнари сидят вот эти омеги, но не мы-то, альфа. Самцы, понятное дело. Yeah. Нам-то вообще-то игра не нужна, мы тут так по фану сидим. Чё там? Я хочу, чтобы наши, типа, вещи продолжились. Ну, то есть я... Grab her ass. Он сказал, надо ускорить, короче, отношения. Давайте за задницы. To be honest, you know, when I saw you on the dance floor, like one of the first things I noticed was you just got like the most sexy ass, and I just. Я увидел твою охренительную задницу. Ты думаешь, что она нормальная, что ли? Я не сломаю, типа, ты пытаешься, типа, отпусти меня, что с тобой такое, сумасшедшая сука. Я видел часто, когда пацанам начали бить щи, когда они пытались за жопу ухватить бабу. Типа, делает это только тогда, когда она сама говорит, типа, потрогай мою задницу. Смотреть на ее рот, пока она говорит. Это, по-моему, отличный вариант. Мы как бы... Таким образом мы, ребята, покажем, что... мы как бы заинтересованы в более близких отношениях, типа... И что она несет, это полная хуйня, типа, тебе это уже давно не волнует. И это отличный выбор для... для продолжения отношений, как бы переходить на следующую фазу. Берем этот... вариант. So I guess it's not too personal, right? But да. Where did you meet your last boyfriend? Когда у него последний парень? The university. В общем, когда танцевал, we were partners, типа, so в... default, guess, мы были по партнерами. Yeah. So we were partners, so it was just kind of natural, I guess.
И чё? Что, правда, сработало? Видите, ребята, я вам говорю, типа... Ты прибавляешь этот сексуальный элемент, и он проходит очень быстро. Ничего агрессивного, даже больше игриво. А что, чем я занимался? Ну, говоря по правде, я не ходил в университет. Знаешь, чем мне не нравилась школа? Подожди, серьезно? Когда я был молод, я был умен. Ребята называли меня уродом. Я не нравился, как я выгляжу, типа, меня называли уродом. Теперь все со мной нормально, да, теперь ты красавчик. Так, подожди, это правда, интересно? Он рассказывает серьезно свою историю? Так это грустно довольно. Ты еще не видела лучшую мою часть. Скажи мне что-то, чего я не знаю. Давай попробуем. Давайте, надо все-таки... я считаю, что не только вообще развитие, да, оно вот на первом плане. Поэтому в любом отношении. То есть даже если ты хочешь познакомиться с девушкой, просто там пообщаться с ней, это должно быть какую-то пользу приносить. Так что давайте. Просвещение превыше всего. Obviously, like that's like saying the floor is down and the ceiling's up, you know. but thanks, I guess. Yeah. Ты получил, типа, не надо быть, когда получаешь комплимент, типа, не надо быть выёбистым. Но я, тем не менее, прокатила. Да, рад с тобой познакомиться. Она, блин, мне напоминает актрису, черт, какую же, как, где же она снималась-то, эта актриса? Черт, какая-то такая пиндосская актриса. Не помню. Пошли ко мне домой. Типа, сбавить обороты и говорить о всякой херне снова. Спросить, занималась ли она любовью в сортире? Хороший вопрос. Это как раз вот это нам еще на следующую фазу перенесет. То есть это то, что нужно. Надо потихонечку вести ее к спариванию. То есть и таким образом этот вопрос приблизит к нашей ультимативной цели. Что-то никого не напоминает. Я тебе, чувак, говорю, она... Чё бы вас побрал? Какой же фильм-то? В каком же фильме было? Надо... Я попытаюсь найти. Это мне надо реально перекопать. Была какая-то актриска такая. Давайте поговорим о про странных вещах. Потом зададим вот этот вопрос. You're not hungry by any chance. Ты же не голодная. I mean, I could be. А yeah, что, по мне видно, что ли? I usually like pretty healthy foods. Да, люблю гамбургеры. Like ну, я люблю также гамбургеры. Люблю полезные еды, но также могу съесть гамбургер. Блин, неужели это тоже выбор хороший? Food, надо было спросить на счет сортира. Я тоже занимаюсь здоровьем. No, I think my guilty food would be. Ну, у меня есть пицца, пасту, шоколадка и мороженку. Something like that. But yeah, 99% healthy. Okay. И чё, это будет на... Surprisingly, that's the correct choice. Это правильный вариант? Go to clubs, meet girls, get off with them, and then the girls see it as a bit of fun, and they don't respond to the messages. So, if you actually want to see a girl again, you do want to slow things down, chill for a bit, and get that real connection that can go along with the sexual. Что, блин, я интуитивно выбрал правильный вариант? Господи Иисусе, что такое? Вот это я приложу. Это все-таки не зря меня Казановой назвали в предыдущей серии. Все-таки вот это знаете, мускулинность во мне, оно даже вот через монитор доходит до вас, друзья мои.
где ты снималась? Господи Иисусе, где же эта баба снималась? В каких фильмах? Давайте. Somewhere будет твоим местом, не просто. Aka your house. At your house, your friends are coming and she can invite her friends. Спроси, хочет ли она пойти со мной. Давайте скажем насчет еды. Давайте попытаемся ее заманить бургером. You know what, I'm actually really hungry, потом включим, so типа... what do you say we get out of here and go eat something? I've got some wine. Maybe not come with you tonight. Я не пойду себе, давай. Give you my number? Ну, я тебе дам свой номер. Okay, cool. Ну, увидимся. I'll probably get no, down давай, to you anyway, давай. Give you my phone. Put your number in there. And, I don't know, meet in a few days or something, yeah? Yeah, that would be nice. Instead of saying, let's go back to my place, which usually gets a no, you want to make it a little bit more... Ну, в общем, завуалировано надо, вот, undercurrent, типа, завуалировано надо, типа, пытаться, ну, это как, и что? Обычный Джо? Little bit risky, can work, can not work, so it's not the same. Ладно, ребята, нам остается, значит, сколько так, 55-64, ну, прям как мой, ну, нет, хуже, чем мой АИМ, давайте по чесноку. Ну вот где-то вот мой АИМ это где-то 41%, вот примерно стабильное. АИМ в Overwatch это 41% попаданий. Давайте посмотрим, что нас ожидает. Ну не так много, не так много-то осталось, по сути. Но это уже все завтра, ребята, это уже все завтра. Завтра, может быть, днем начнем, а может быть, даже для пиндосов. Хотя нет, нет, там надо болтать много. Я пока посидим сейчас, знаете что? Посижу и сейчас подумаю, что нам надо сделать насчет этого. Насчет... Как же фильм-то назывался? Давайте я сейчас поищу какую-то бабёну. Ну, как по моим воспоминаниям, ребята, сами понимаете. Какой это был фильм? Такая блондинка, такая тоже коренастая. Так, ну-ка. Советы. Находились ли эти фильмы в топ-250? Где-то топ... Где-то топы. Навигатор по фильмам. Ожидаемые, популярные. Скоро в кино. Лучшие фильмы. Во-во-во-во-вот. Сейчас мы перейдем. На Леона. Нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Тайна Коко, господи, 23 место, какое же говно. Нет. Подожди, она снималась. Так. Ща. Есть предположение. С первого раза, ребят. Вот. Нет, чё, Алисия Сильверстон. Не-не-не, вот это вот, бабёна. Тебя отвечаю просто. Смотрю фотки. Да, такая же. Во-во-во. Даже, может быть, чуть более широкая.
Ну, скажи же, как обычно, мой черепомер не подводит. Я просто смотрю, так говорю, типа, господи, это же она, ёпрасоте, это же она. Совсем не похоже, да пошел ты. На Собески, это она? Это, подожди, это Собески? Ты еще шутишь, что ли? Это одно лицо. Одно лицо. Ничего себе ты даешь. Кто она еще такая? Где я ее видел? Нашел-то я ее по этому, по Увиболу. Потому что помню, там в обзоре где-то было, там где-то троллили. И там было в этом «Во имя короля». По-моему, там она была, и поэтому я через это вышел. А где я еще видел? Мой первый мужчина, ничего себе, поездочка, стеклянный дом. По-моему, стеклянный дом, что-то, ну-ка, что-то знакомое. А с той Клавой, да, ты просто, она одно лицо, одно лицо, одно лицо. Как раз такая же. Абсолютно просто, просто. Ох, господи, хочу чихнуть опять. Ахчу! Так. Подожди, не два глобуса? Жанна Д'Арк, восстание? Восстание. Кто она такая вообще? Рудаби Глория Эльжветта Собески. Французского художника и американской писательницы. Носит дворянский титул, ни хрена себе. Ну ладно, ну ладно. Завтра продолжим пикапенье тёлок. Также продолжим, скорее всего, играть в этот... Меня что-то заинтересовал сюжет Fear Effect'а. Не могу сказать, что геймплей, конечно, увлекательный, поэтому я бы лучше просто бы нашёл игры-кино. Но этот... В общем, посмотреть можно. Ладно, 4 часа. Что-то как-то я ушел в ночь. Ну, я просто заснул в 9 часов вечера, что-то меня вырубило. Видимо, как-то непонятно, у меня организм работает сейчас как-то. Болеет. Не болеет, не болеет, разваливается, не разваливается. Но, в общем, в любом случае, я чувствую, что он не на в самом лучшем состоянии. Он в каком-то таком... разваливающемся. Увидимся, увидимся. Увидимся уже скоро. Какие у нас игры будут? Ну, Super Seducer, безусловно, пройдем. Потом еще что-нибудь поиграем. Давайте. И кинцо посмотрим, конечно же. Бёрдман у меня уже скачан и лежит. Это не говоря о наших любимых 50-х годах, которые пока вообще нас ни разу, по-моему, не подводили. Ну, разве что лучший фильм. Максимальный удар... А что это такое? Что такое максимальный удар? А, фильм, да, да. Нет, конечно нет. Вон у него
Я видел, я так и понял, что ты наверняка Bad Comedian какой-нибудь видел, потому что я видел этот, в предложке у меня этот петуч висел, поэтому я по обложке определил, что, скорее всего, это этот фильм. Нет, нет, там как... Его смотрел этот, его Bad Comedian обозревала то, что... К чему прикасается Bad Comedian, лучше что не трогать. Это же... Естественно. Оскар 2018, какой хороший ролик. Надо его зафорсить, конечно. Пойду завтра региться на Пикабу и скидывать. Авторитетное мнение. Ладно, давай, спокойной ночи, чувак. Увидимся.